Ситуация, когда штанга падает назад. В этой весовой категории две представительницы колумбийской школы тяжелой атлетики. Уже отвыступала Розмари Свилар Барбоса. Ну, а это Роза Маргарита Меркадо Вилареал. Совсем юная, 21-летняя спортсменка, которая выступала лишь на юниорском чемпионате мира в 2011 году. Ну, и с тех пор о ней никто ничего не знал. Но вот сегодня, видите, пытается 90 килограммов вторым подходом. Пока этот подход неудачен.